Первый большой праздник в жизни каждого ребенка – 1 сентября. Ожидания и волнения, новые друзья и длинная дорога впереди. Словно крылатые качели начнут лететь дни, месяцы, годы. Одни из главных героев праздника начала учебы – это, конечно же, первоклассники. В школе номер 39 на Ялтинской в этом году 90 первоклашек. Все они в форме и с воздушными шарами дружно выстраиваются на первую в своей жизни школьную линейку. Читают стихи и принимают поздравления от учителей, директора школы, а также главы Владивостока Виталия Веркиенко. Стою, смотрю на первоклашек, а у них за спиной металлический забор и какая-то планируемая стройка. Вот я обещаю, что этой стройки не будет. То есть и вот этого лязга, и экскаваторов, и техники, чтобы не мешало вам учиться. Вот здесь должна появиться современная спортивная площадка и стадион. Потому что в здоровом теле здоровый дух. Поэтому вам больших спортивных достижений желаю и больших успехов в учебе. Далее, после слов поздравлений, торжественная линейка продолжилась выступлениями творческих коллективов школы. Ну и, конечно же, дали слово главным виновникам праздника. Скоро прозвенит звонок, а в соседнем посидяти ростом все под потолок. Ну и вот тот самый долгожданный момент. Звучит первый звонок. И вот звон утих, и на счет 1, 2, 3 те, кто пришел в школу в первый раз, выпускают воздушные шары. Новая традиция школы – аллея первоклассников. Такая акция помогает и детям стать причастными к важному делу, и пришкольной территории стать еще более цветущей. Первоклассники высадили несколько саженцев деревьев. В будущем здесь разрастется целая школьная аллея. Ну расскажи, хотел в школу пойти? Ну, да. А что больше всего ожидаешь от школы? Новые знакомства или все-таки знания? Все-таки новое знакомство. Сильно. Я хотела в школу пойти. А что больше всего хотите? Новых друзей или знаний? Знаний. Ну, знаний мы все хотим. Учиться мы все хотим. Мы мечтали об этом дне всегда. Символично, деревья тянутся к солнцу, как дети ко всему интересному и новому. И есть надежда, что через десяток лет эта зеленая аллея станет для них одним из самых теплых воспоминаний. Дмитрий Беломестнов, Алексей Заровный, новости на восьмом.